Друзья, ну что, всем привет, с вами снова режим Улысы, добро пожаловать на мой канал, друзья, это Оскар Парк и Мультиплеер, друзья, и сегодня с нами мой младший брат, салам ким пацанам там. Салам алейк. Что с ним мы будем делать, брат? Битва тюнингов. Короче, пацаны, сегодня у нас будет битва тюнинга против моего младшего, друзья, брата Нубика в карпаркинге. Это у нас Нубик получается? Нет. А ты кто? Я тебя понял. Короче, пацаны, сегодня у нас будет битва тюнинга против моего младшего брата. То есть, друзья, мы что будем делать, друзья? У нас, как бы, суть ролика очень проста. То есть, друзья, мы выберем одинаковые машины. То есть, сейчас мы, пацаны, в ходе ролика тоже машины выберем вместе, как бы, прям с вами, друзья. И, друзья, мы должны будем прокачать эти машины. И посмотрим, друзья, кто лучше прокачает. И вы уже, пацаны, в конце ролика оцените. И посмотрите, пацаны, кто сделал тюнинг и винил намного лучше. Так что, ну что, ты готов, малыш? Да. Потому что, как бы, ты же знаешь, что я слишком хорошо, как бы, тюнингую машины. Так что ты сегодня реально будешь отставать от меня. Нет, ну я тоже хорошо могу. Ну так себе, могу я вообще, ну, могу, нормалек, могу. На 50% да. Короче, ты сегодня проиграешь по-любому. Нет. А проигравший желаю. Знаешь, что делает? Выполняет желание, которое подписчики напишут в телеграм-канале под комментариями там. Ты это выполнишь. Все, что напишут, как бы, наши подписчики, понимаешь? Любое желание ихнее. То есть проигравший выполняет любое желание. Или я, пацаны, выполню желание, или он. Так что, друзья, пожалуйста, дайте мне выиграть. Так что, так, теперь давай выберем машину. На чем, то есть какую машину мы будем прокачивать? Смотри, нам нужна сейчас машина, у которого есть обвесы. Во-первых, как бы все обвесы, чтобы мы смогли реально машину сделать так, чтобы они не были похожи. Вот, например, можем, не, М5 я не хочу. Давай какую-нибудь такую машину, и дорогую, и с обвесами, и чтобы, как бы, там было реально очень много обвесов. Давай. Вот можем Супру. Кстати, что должны сделать наши подписчики? Ой, бля, ёбаный рот, я забыл. Нам нужно поставить лайк, это первое. Второе? Поставить подписку и комментарий, как его это, колокольчик. Супра, думаю, это что, очень прикольная машина, как бы тут есть еще, ну, обвес, очень много разных обвесов. Так что давай выберем Супру, почему бы нет? Все, покупаем, друзья, Супру. Ох, ладно, у меня она уже какая-то очень такая странная, у меня Супра. Ну ладно, хорошо. Покупай Супру, давай сейчас я, как бы, сделаю ее полностью стоковой. И затем мы уже, в принципе, начнем. И, в принципе, когда мы начнем, давай пока что я сделаю полностью стоковой. Смотрите, хоп, раз, два, три. И она будет стоковой. Так, друзья, ну что ж, вот наши машины. В принципе, как бы, у нас у обеих, как бы, сток машины. Просто у меня тут что-то такая колхозная, кстати. А почему Супра правый руль? Подожди, тут уже был левый руль. А, нифига себе. Супра правый руль, ну ладно, хорошо. Короче, малыш, ты готов? Да. Сейчас смотри, сейчас ты уходишь с кадра, понимаешь? Сейчас ты уходишь из кадра, садишься там, чтобы, как бы, я не видел твой тюнинг, а ты не видел мой тюнинг, понимаешь? Да. Все. Друзья, мы начинаем. Ну что ж, погнали, выходим и начинаем тюнинговать тачки. Ты не смотришь в мой экран, я не смотрю в твой экран. Все, как бы, думаю, что так будет намного честно. Все, теперь, друзья, начинаем, собственно говоря, тюнинговать машину, друзья. Let's go. Короче, сперва нам надо, пацаны, сделать винил, в принципе. Думаю, что если мы сделаем очень крутой винил, то я его, как бы, по-любому выиграю. Так что пока что давайте сделаем ее полностью жестоковой, вот такой вот. И начнем уже, собственно говоря, ее, друзья, тюнинговать. Так, хорошо, сперва давайте поставим, как бы, сразу же спойлер, но, блин, у меня нету коинов. Вот в чем, друзья, подвох и минус. У меня нет коинов. А у тебя есть коины? У меня 13 тысяч. У тебя 13 тысяч коинов? Да. Блин, а у меня коинов нет. Так что, пацаны, придется мне, походу, делать на стоковой, то есть на стоковом обвесе. Ну ладно, как бы, думаю, что это мне никак не помешает. Так что давайте соберем машину, друзья, на стоковом обвесе, в принципе. Думаю, что это мне не особо, ну, то есть особо не составит труда. Так что давайте сделаем ее, пацаны, ну, в стоковом обвесе, но с красивым винилом. Так что, друзья, давайте попробуем, почему бы нет. Ну что ж, у меня даже диски, блин, с коинами не куплены. Ну ладно, давайте поставим какие-нибудь очень крутые диски, чтобы машина прям очень четко выглядела. Давайте вот такие диски поставим. Затем, друзья, сейчас же мы уберем эту колхозную подвеску, поставим нормальную мужчинскую подвеску, занизим ее, сделаем, друзья, выступ максимально, чтобы вот так вот все. Думаю, то, что уже машина чуть-чуть, как бы, похож на драгстер, и машина, как бы, преобразилась, в принципе. Теперь давайте выберем этот цвет, потому что цвет, думаю, это что самое главное. Кстати, как там у тебя дела? Нормальная машина получается? Смотри. Что ты прячешь свою машину? Покажи, что ты там делаешь. Ну что ты прячешь-то? Так, сейчас, короче, мы должны, друзья, будем сделать цвет, самое главное, потому что, друзья, цвет машины — это реально самое-самое главное. Давайте сделаем очень такую, давай вот такой вот голубой цвет. Ну, я это не голубой, ну, блин, короче, вы поняли. Давайте просто, как бы, сделаем голубой цвет, и давайте теперь винил. Я не знаю, что мне сделать, блин. А, все, я продумал.
Но я придумал, что я буду делать, брат. А ты придумал свой винил? Я тоже придумал тех хана, потому что подписчики меня выберут, понимаешь? Потому что у меня винил-то лучше сейчас получится, чем у тебя, бро. Понимаешь? Потому что у меня машина-то прикольная. Ну, у нас как бы машина-то одинаковая, но у меня сейчас винил будет намного лучше. Так, ага, по бокам я сделал. Теперь надо, знаете, пацаны, что сделать? Надо сейчас мне сделать вот так, чтобы... О, прикольно выглядит. Давайте вот так сделаем, чтобы винил был виден. Ох, нифига, у меня машина, брат. Ты точно проиграешь сегодня. Так, ты прям точно проиграешь. И, кстати, у нас всего лишь как бы 10 минут, чтобы ты знал. То есть у нас как бы есть ограничение по времени. Так что давайте как бы делай быстрее. Так, давайте сейчас мы приукрасим чуть-чуть бампер тоже. Ох, о, божечки, кошечки, какая же у меня красивая машинка-то получается, а? В принципе, пока что я, друзья, в принципе, делаю неплохо. То есть у меня пока что получается довольно-таки неплохо. Конечно, очень такое непонятно, как у меня сейчас винил получается. Но, друзья, все равно я, как бы, честно говоря, не особо хорошо разбираюсь в винилах. Так что, друзья, особо тоже строго не судите, пацаны. Так что, ну, в принципе, делаю то, что умею. Так, хорошо. Жопа у нас будет тоже вот такая вот. Как бы у нас очень такая разноцветная машина получилась, если честно. Так, тут давайте в цвет покрасим. Так, все идеально. В принципе, моя машинка-то готова, знаешь? А твоя? У меня тоже. Ты сейчас тоже будет готова? Давай. Так, синий фар. Ой. Так, теперь, друзья, самое главное, это у нас подвеска, потому что что-то мне подвеска машины не нравится. О, какая же у меня машинка-то получилась прикольная, знаешь? Она реально прикольная, друзья, у меня получилась. Это мне очень сильно нравится. А у тебя, Ройн, как там дела вообще идут? Ты мне наоборот мешаешь. Я тебе мешаю? Я знаю, что я тебе мешаю, брат. Я же как бы не дурак, я как бы тебе специально мешаю, понимаешь? У меня машина очень прикольная получилась, очень быстрая получилась, очень красивая получилась. А у тебя, походу, говно получается, да? Еще при том, что я как бы без коинов как бы сделал винил, то есть я не могу поставить в себе обвесы, понимаешь? Я готов уже тебе показывать свою машину. А ты готов? Так, друзья, я... В таком маленьком волнении, потому что... Не очень. Все, иди сюда, садись. Только пока зайди на сервер и потом иди сюда, чтобы ты увидел мою машину. А, давай-ка просто все. Все, иди. Я как бы спрятал мою машину, сейчас ты ее как бы не увидишь пока. Ну что, малыш, готов показывать свою дочилу? Я готов. Че, смотрим? Так, это твоя машина? Так, давай сейчас я пока в свою сяду. Да, блин, черт. Так, походу у меня лучше, знаешь. Так, а ну-ка, и где, что это? А что это? Это моя машина. Так, иди-ка на свет, подожди, иди сюда. А, ну, а, стой, остановись секунду. А ну, выйди из машины, подожди, а что ты сделал? Ты, короче, просто поставил обвесы, как я понял, да, за коины? Ну, какой-то волк, это типа ты? Да. А? Одинокий волк. Ты одинокий волк? Да, Текс. Ну, флаг Грузии поставил, хорошо. Просто ты как бы взял... Потом о. Смотри сюда. Что? Вот такой у меня этот. Так ты понимаешь, что он у нас как бы одинаковый, смотри. Дурак. А. Так, ну слушай. Ты даже выступ не сделал, брат. Сядь на секунду. У тебя диски тоже вообще говно. Теперь ты как бы сравни свою машину, потом мою. Так, друзья, ну что ж, теперь время оценки, как говорится. Друзья, я сделал машину без обвеса, потому что как бы у меня коинов не было. И в принципе у меня, друзья, получился вот такой вот вариант. Тебе вообще моя машина как бы нравится? Не, фигня полная. Фигня? Да. Смотри, какая прикольная получилась у меня. Не знаю. Просто как бы у тебя машина с обвесами, вот в чем прикол, а у меня без обвесов. Да. Что ж, решаем все гонкой получается? Да. Но подписчики как бы решат, что лучше, давай. Принимай гоночку, мой родной, сейчас твоя машина просто останется там. У тебя говно, ты понял, блядь? Ты меня понял? Сейчас решим, сейчас решим. Вот, давай, вот давай. Сейчас мы решим, сейчас. Бля, я не успеваю переключать. Я случайно отвлекся и... Бля. Хочешь еще раз? Да, я отвлекся. Че так я просто в драйв. У кого там машина говно была? У тебя. Нажимай еще раз, давай. Я даже оп. Камеру вот так поставлю. Потому что ты будешь сзади по-любому. Готов? Давай, я вообще... Ассалам алейкум. Че вы не видите? Смотри у меня. Давай, я ливидящий, брат. Руха, давай друзья, переснимем. Да? Давай переснимем. Почему? Да давай переснимем. Что переснимем? Давай переснимем другую машину возьмем. Ты что, я тебя обогнал поэтому? Да, Руха, ты реально говорит. Что, почему? Давай переснимем. Не буду я что переснимать. Все же как бы честно, мы же как бы подписчиков не обманываем. Не плачь. Не буду я ничего переснимать, не плачь.
снял? Не буду я ничего приснимать, иди в жопу. Короче, пацаны, оценивайте наши машины, как бы какая машина лучше, ты вообще куда уехал? Ты что, за город вообще выехал? Короче, пацаны, оценивайте, кто выиграл, как бы пишем в комментариях, друзья. И проигравщик, как бы, по ссылке в описании, друзья, в моем телеграм-канале, будут выполнять, как бы, ваше желание. А что, пацаны, пишем в комментариях, кто выиграл. И, друзья, пишем потом в телеграм-канале желание проигравшему. Потому что, друзья, на этом у нас все. Это был, как бы, Карпарк Мультил Плеер, с вами был Лестер и мой обиженный младший брат, который проиграл. Долбоёб, блин. Так что, пацаны, всем удачи, всем пока. Заебался, блядь, уже, нахуй. Пока всем, блядь.